Дорогие мои, доброе утро. Показываю будни, вернее, воскресный день чабанов. Сегодня посмотрю. Ой, покажу. Еду к Джигджату, Казе. Посмотрите. Видите луна, да? Здесь такая красота. А здесь солнышко. Вообще, да? Интересно все в природе. Любите природу. Все, я на Джаляо, посмотрите, у нас кто-то, опа. Привет, привет всем, кто нас видит. Все отдыхаете, спите, а он здесь нет. Здесь нельзя, здесь встаем, он сейчас бараны управляться будем. Да. Заниматься. Чайку попьем. Вначале, о. Чайку попьем, а потом все дальше остальное. Вот так вот, да? Вот. Отделять на Курбанайт надо будет отправлять, чтобы всем все было понятно. 6 утра, все отдыхаете, суббота, а хозяйка он шпарит, блин, молочко парное. Доброе утро. Доброе утро. Во. Вот молочко из-под коровки. Завтра. Завтрак. Масло домашнее. Сметана. Курт. Сегодня веселимся. Так, друзья мои, будем сегодня на вертеле готовить. Давай, пойдем. Пойдем, сейчас. Блин, все отработано, смотри, раз. Жарить, парить. Ну что, вот сабелька от Виталия Смелицкого. Уха, независимый эксперт. Мясо. Мясо свежее. Свежее. Природа. Смотри, тут мясо делаем. Ходит, играет. Отделяем желчь от печени. Все. Так, друзья мои, вот. Пойдет. Вот. Да там не любой. Вот, братан. Все, все, все. Так, берем, вырезаем лимфоузел. О, там даже мы сегодня с Майерой кошварим. Лимфу выкидываем, ой, убираем одну, также другую. Так, друзья мои, пока вот мясо парное, просто его сегодня без ничего, без никаких ухищрений, этот просто будет посолим, без никаких специй, без ничего. Просто мясо. Сейчас пока будем там готовить, его просто накроем, пусть просаливает. Вот такие вот дела. Просто соль. Так, друзья мои, вот засмолил. Пока сейчас буду одевать барана, разжигаем. Сделали вот конструкцию, навтыкали труб. С этой стороны шиферину стой, поставим. Вот.
На исторической родине в Турции тебя тоже увидят. Да ты чё, я там сеструха с ума сойдет? Надо чё? Тогда надо тебя тоже показать же на весь мир. Сейчас. Где наш УК? Вот он сидит. Вот он, красава. Вот сегодня в горах на Дианау решили зигзя там вот сухой сделать, баранчика на вертеле. Блин, красота. Красота, липута это будет, это красота еще какая, братан, ты че? На дыму, на пару. Вот, нормально. Вот такие вот дела получаются. О, он уже держится, переворачиваем ука. Вот так? Хоп, положили. Так, и у нас где центр? Так. Теперь сзади осторожно. Все понял. Хоп, переворачиваем опять. Может, дырки надо вам пробить? А мы что делаем? Тут все. Так. У тебя, братан, все уже расположено, как подобается. Это приблуда такая, блин. Вот так прям к трубе прикручиваю. Да. Пассатижи мы прям крепко. Все? Не уйдет? Пассатижи возьму. Давай. Откуда берется сметанка, это обрат, это вот сливки выходят, а это наша принцесса Майра. Будьте с нами, будьте, да? С нами. Костерчик прогорел. Первые угольки. Хоп. Первые мы распределяем пополам. Опачки. Тут гонки уже по вертикали. Уже гвозди поезжают. О, я и не показывал, ё-моё. Чё там? Вот. Угли развел по сторонам. Опачки. Все шикардос. Посмотрите, вот мы сухой. Хоп. Так, перенесли. Так. Над углями. На меня чуть-чуть ука. Теперь потихоньку на тебя. Хоп. Опускай. Есть, да? Есть. Дальше. Подключаем. Хоп. Вот и поплыл. Процесс пошел. Други мои, вот я опять моим уже незаменимым помощником Батырычем. Это капец. Решение всех проблем по приготовлению на природе. Где бы то ни было. Да. Сейчас делаем резкий удар. Жар. Нам побольше жару надо сейчас. Опачки. И ставим шифер. Так, други мои, вот пошел процесс. Опа-на. Так, уга, давайте. Вот шиферину заставляем мы, чтобы не терять полезное тепло. Вот только что на байгу подготовить не смог его. Но он себя оправдает. А вот виновные торжества, посмотрите, какой барашка. Первого выбрали. А
жирный. Сейчас спускает партию на Курбанальт. Сделали вот такую конструкцию в горах. Ветер отовсюду. Чтоб все четко было. Будьте с нами. Все в горах у Джигджата. Сейчас подойдет, тоже покажу. И вот так. Посмотрите. Оба-на. Все четко. Жарко, парка идет. Будьте с нами. Да, будьте с нами. Так, жарим, парим, да. Вот я думаю, Андрюха, если я ее чуть-чуть поем, может, на килограмм добавлю, 60 будет, может быть. Сейчас ты без сапогов, сейчас сколько? 59, как всегда. Что это такое? А что? Вот это Андрей біздің жолдасымыз, жек жатымыз. Міне бізге бір тоқтыны әшенші отқа қақта пісіріп берейін деп жатыр. Міне подарка, сыйлық. Міне Құдай қаласа бүгін осы отырып жейміз. О, там чай, я тут на столе, наверное, покажу. Оп. О, мастер. Это халат, скажи. А это жена его. Вот с супругой они. Это так, такие умные. Только языка нет. Если бы у них язык был бы, они бы все рассказали, все, что хочешь. Они то, что видят, мы того не видим. А они все рассказывают мне. Я и согласен с ними. Красота, да? Да, ты что, братан, надо просто еще вон туда подняться. Вон на Макухай поднимайся, красота, вот туда смотришь. И что это? Куда еще можно от такой красоты убегать? Будьте с нами. И... Мы тут делаем оперативчик. Видите, кишочки. Головочка. Ай-яй-яй, красота. Будьте с нами. Никуда не уходите. Это как называется, а? Не знаю, я говорю казахский сало. Казахское сало, во. Видали, да? Это тут моя доля, тут одна половинка. Одна половинка Азамата, а одна половинка моя. Все, скоро за дастархан. Тут главный повар у нас есть. Андрюха, Андрюха! Братан! Так. Вот. Наш. Чем богаты, говорит, да, дать тем и рад. Наше гостеприимство это. Во, базара нет, аза. Я всем желаю такое гостеприимство, чтоб всегда у всех на дастархане было вот такое пища. Пожалуйста, вот я не могу никак узнать, кто с Грозного передает мне привет постоянно. Айналайн. Ответьте. Ответьте, что вот такой человек мне с Грозного передает. Будьте с нами. Будьте с нами всегда. Я вас жду на Джайлаве. Будем всегда в таком дастархане встречать вас. Все падает. Валейкум ассалам. Посмотрите, вот мясо, готовность. Блин. Ай-яй-яй, красава. Это нечто. Все, за дастархан, за дастархан. Это что-то нечто. Ух, блин, что, бачит? Прям на дастархан давайте, ну. Хоп, ложи. Красота. О! Надо ножом чуть-чуть помогать. Не, нож не надо, вы что? Надо. Сейчас поставим. Не, не, нож надо, все равно. Нож надо, да. Чуть-чуть подрабатываем. Здесь вот. Тут нужно будет А, так, вот здесь. Так, косточки отрезать.
Теп, 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 а? А, мынау енді сан, жамбас мен дейді. Готовность. Мана, дайын. Готовность, посмотрите мясо. Все готово. Сочное, блин. Сочное, восточное. Виновник сегодняшнего торжества Аза и Майра. Вот. Будьте с нами. Вот это подарка. Айда, чарик, говорим, айда. Вот наши предки как ели. Вот так вот. Ну, у нас немножко сейчас комфорт, да? Немножко комфорт, да. 21-й. Да. Не без этого никуда. Больно. Да. Что еще надо, чтобы встретить старость, да? Не говори. Дидар, отыр. О, салам алейкум. Ё-моё, вот это вообще сникерс. Андрюх, вот он сникерс, вот он, вот, хотел бы тебе дать со своих рук. Андрюх. Япс, мода. Аджан, красавчика. Я уже попробовал. Замат что-то там, лишний что ли, а? Братчика. Брат, как мясо? Язык чуть не съел, да? Блин, не говори. Лена, а ты руки мыл? Во, мене бүгін біз бүтін бір қойды жеп жатырмыз. Ал енді келіп жеңдер ауыз түйіндер бізден. Теперь дегустация. Жамбас бар ғой құдаға бар. Во. Құда жамбастан, құда. Ал міне, мен енді дәмін татып көрсетем қазір сендерге қалған өздерің. Келе алсаңдар, жей алсаңдар, жейсіңдер. Өп, сымыла. Қандай керемет мынандай. Мынан жегендер мында, жемегендер мында. Вот все. Майра взяла. Майра взяла в свои руки. Майра, дегустация, мясо посмотрите какое ем. Вот правда я не хвалюсь. Ёлки-палки, Андрюх, что это такое, братан, это вообще нечто. Ну-ка эти курчака все покажи-ка. Я даю украсть, сидит рядом. Ну, это наш Жамбылский район, Алматинский область, Жамбылский район. Жайлау Кисас, я сам афганец. Вот афганцам всем привет. Мы сели баранку жим. Приезжайте, приезжайте, всех к нам, встретим, да. Всех встречаем, всех встречаем, всех встретим, вот так вот, по-мужски с мясом. Кштавским моим джигжатам салам, кентаускому Садвахасу, именно вот подчеркиваю, Садвахасу, пусть всегда, когда будут приезжать гости, я его буду встречать вот таким. Вот посмотрите, смотри, казахи как вырывают мясо. Это вся шутка. Ну, блин, гостеприимство. Вот наше гостеприимство казахское, посмотрите. Вот, вот здесь вот, вот все свидетели, только соль. Только соль вот. Домашняя. Ничего нет. Дегустация. Вот все мясо любят волки. Нет, мясо любит казах. После казаха только волки остаются. Смотрите, пожалуйста, на дастархан. Баран лежал здесь. Да, целый был. И сидели казахи здесь. Сейчас ребрышки вот все кусок косы. А удай мунда, сне шаманы кумасын. Дастарханка береке, балашага, бағдаулет берсін. Алладан не тілесендер, тілектерің қау болсын. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Заманымыз тыныш болсын. Әрдайым осы дастархан қуанышқа, жақсылыққа, тойға жайыла берсін.
көздеген жаңағы бізді осы теріс көрген адамның әрдайым өзіне тиісін көзі тек қана көз тимей осындай жақсылықта аман болып жүре берейік ау мен. Рахмет. Поели, попили, мы вниз. Рахмет. Все. От души. Удачи. Будьте с нами. Все. Всегда в гости приедете. Ой, все это вместе, Андрей. Все, давай. Рахмет, Рахмет. Удачи. Давай, братуха. Все, давайте от души. Надо. От души, давай. Все. Другие мы в горах у Азамата. Жук. Пшак. Майры. Наточить. Наточить. Сейчас наточим. Хоп. Так. Для этого лезвия мы берем площадку. Вот этот подлинчик. Посмотрите, она как меняется очень легко. Очень легко и быстро. Так, тут тоже ставим. Блин, все, чик-чик-чик-чик-чик. Четко. Так, повседневный ножичек Азамата. Ну все, други мои, посмотрите, даже этого малыша повседневного, вот я не знаю, он с палец ростом, заточил. Все супер. Блин. Вообще. Будьте с нами.